Корабли из ракушек сделаны. Интересно, очень выглядит. Значит, это магазин сувениров, кораллы. Классно. Черепашки за 250. Ну, похоже, да, из ракушек. Вот я такой фигни не наберу. А вот это кто? Ну, это вот, видимо, это эти раньше на лодках, которые плавали, типа, с палками. Рыбачки-рыбаки. Кораллы, много кораллов. Можно поштучно, кстати, ракушки купить. Слышь? Поштучно вот ракушки продаются еще разные. Ну, ракушки тоже. Девчонка вот. Мне в подарок что-то надо, что-то. Ну вот, каждый по одной подари, ну, и да, хватит. Разных ракушечек. 80 тысяч вот стоит. Да. Нет. Красную ленту приматываешь или веревку, вот цена увеличивается сразу в два вот раза. Вот эти вот, разве поделок. А ракушки почем? Вот, 55 за штуку. Любая, да? Да. Ну, вообще замечательный подарок. Интересные, смотри, какие. Такие в виде звезды. В виде звезды. 30, да? Вот ну да, вот такой набор. На всех хватит. Ну, может, такие взять и раздать потом. И потом даже еще кому-то раздать остаться, кто останется. Там есть в виде сундучка, вот поинтереснее. Брелки вот тоже разные, недорогие. Ключа примерно такого. Мазные бусы. А вот это с запахом они просто так сделаны? Наверное, просто так сделано. Вот разные светящиеся морские звезды. Вот такие вот морские звезды. О, рыба-шар. Руками лучше не трогать, она сломается еще. Вот. Разные ракушки уже вот с встроенными там лампочками. То есть подсоединяешь, и она светится. Ну, аккуратно так оформлено, неплохо. Как ночничок. Чая. Ну, прикольно сделано. Рачки такие, как бы наплавали стекло на ракушку и вроде как. А, ну вот еще есть ящерица, тоже интересно. Такие вот маленькие. Стекло или самоцветы, не знаю что. О, прикольно. Там она еще это, да? Черепашка такая, то есть переворачиваешь там, как говорится. Позитивная. Лягушки разные. Сейчас на самом деле недорого. Вот такие магазины, которые цены дороже. Самая Ханека известная. Вот вот что. Разные эти брелки китайские, японские, самурайский меч такой, чем он снимается. Ча-ча-ча. А это, ну, набор, видишь, много их там. Это
А это набор? Это все. А еще одна? Но, а вот по одной вот они, всякие. Вот может быть такую фигню? Ну, это мы вот можем завтра взять. Вот можешь завтра здесь можно на обратном пути. Да. Вот прикольно, тоже это сам совы такие. Очень детально проработанные. Свинка еще типа в виде копилки, наверное. В целом недорого стоит на самом деле. 30. Наверное, есть. О, смотри, сверху чучело черепах. Да. Ты не сможешь спросить веера там? Веера здесь, они обычно на видном самом месте, веера. Здесь, видимо, их нет. Фурин еще можешь взять, такие стеклянный колокольчик такой для этих самых. Тут для туристов как раз. А вот этот поющий кот. Вон там. Пьяный, что? Понял. Что здесь? Это акула. Ну, похоже, что-то, да. Акула. Рыба. 9000 на сейчас. Это акула? Это рыба-шар. Нет, это акула. Фугу, у нее же вроде этих нету. Да. Да, надо посмотреть. Ну, естественно, это же сувенирный район, как бы. Сувенирная продукция здесь постоянно продается. Вот разные рода. Это рамен. О, Ширасу. Это разные всякие тоже в подарок тоже. Сувениры и вкус сладости такие. Японцы в основном в подарок сладости берут. Вот у них этот самый, да, онсен вход как раз. Вот видно сейчас здесь, вот видно спа, там вот эти горячие источники, спа. Ага, значит, на один день стоит 2700. С 15 часов, значит, 2200. А если с 7 часов, то 1700. Ну, такие цены. Тоже ракушки всякие. Да, здесь, кстати, дорога. Вот сашими. Это вот свежая рыба на дайконе сверху. Вот суши тоже красиво оформлено. Естественно, здесь все дорого. Тут туристы. Так же, как и мы, вот группой собрались. Только они там в какой-то организации записались. То. Ну что, давай езжай, елки-палки. Вот здесь вот продается всякая стеклянная продукция из стекла. Елка вот новогодняя, прикольная. Ну, здесь, по-моему, стекольной фабрики нету, поэтому это все, скорее всего, привозное. Вот в Нагасаке есть стекольная фабрика там.
там и стеклянные товары хорошие у них. Вон, смотри, есть 1 000 000 йен, что ли? 1 000 000 йен. Видишь, 1 000 000 йен банкнота. О, машина. Это данго. Данго здесь стоит 140 йен. Такая палочка одна. О, пиво какое-то интересное. Чье пиво там? Японское. Со всеми. Причем страшное. Вот, аккуратно оформленные эти. Вот, сашими. Нормально выглядит, аппетитно. Ну так это для этого, для вида. Вот небольшой такой тоже храм. Вот, видно, да, отсюда. Вот. И сейчас, видимо, здесь переделали под жилые здания некоторые. Так аккуратненько. Джи-джи кафе. Там какое-то кафе. Челюсти. Челюсти, акулы. Вот мечи какие-то. Продают. Это что? Скорее всего, это муляж, это вот на дерево просто натянули вот эту штуку, эту и все. Меч, так, муляж. Такое. Ну да, долго не стачивается. По дому ходить как раз хорошо. Соседей пугать. Ну да. Вот эти вот куклы тоже популярные в Японии. Ну, я что-то, если честно, мне они не нравятся. Какие-то страшные, да. Вот. Если как бы людям нравится, то покупают. Разные там. Вот такие вот или вот. Ну, чем-то эти куклы чем-то похожи на эти. Как она там? Садако, что ли, как? Из звонка, которая там девочка была. Вот, вот фугу, вот смотри. По-моему, как раз, да, вот она. Вот видишь, она без этих, без шипов. Там была рыба-шар, которая раздувается. Фуга? Да, да, вот она белое мясо такое. А вот она плавает, смотри. По-моему, как раз. Она, не она, не помню точно. Вот, да, вот это она точно. Такая пятнистая она. Это фугу. Да. Да ничего не отравишься, все нормально. Сказки слушайте, блин, меньше. А это вот свежие моллюски. Вот если хочешь, можно моллюсков сварить или пожарить, или там так сырыми съесть. Жареный кальмар целиком прям жарят. А здесь, видимо, вот вкусно кормят. Главное, без очереди не вставайте. Ладно, пойдем, магазинов здесь много. По всем ходить это до вечера можно. Ну, да, это как бы здесь вот Инашима с футболки, с, вот Фуджидас, вот смотри, видишь, не Адидас, а вот Фуджидас.
Да, новая китайская подделка. А, вот смотри, интересные эти. Разные фигурки. Смотри. Разные фигурки на эти вешаются. На кружки. Там девочки в разных позах. Вот. И зачем это? Ну, прикольно. Да? Да. Прикольно? Там можно на кружку повесить, там пьешь чай, а она свисает. Вот, например. Вот так вот, видишь, типа перелазит там через кружку. Или вот через такую вот перелазит, там, свисает. Или ноги вон, видишь, там типа моет там в чае в твоем. Помыла ноги в чае, видишь, так. Вот храм. Че, пойдем туда, нет? Не знаю. Надо карту глянуть.